والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Всех вас, ну, как обычно говорят, приятно видеть, в том смысле, что я практически еще не всех вас вижу, но в любом случае рад всех вас видеть. Сейчас немножко мы ждали, минут 10, наверное. Интересно то, что ровно в 6 связь с Рутубом, мы обещали как раз прямую трансляцию, она обычно проходила, а тут хоп, ее не стало, этой связи ровно в 6. Ну, там уж вряд ли там столько человек одновременно зашли, что прямо там все сразу и так не выдержало. Поэтому сейчас эту проблему решают. Уж посмотрим, надеюсь, потому что все-таки обещали. Тем более, что нас смотрят не только в России. Поэтому, ну, будем надеяться. А так уж то, что вне наших сил и возможностей, кадраллаху машафа. Сегодня... После последней презентации мы еще до Нового года подумали, может быть, еще какую-то, некие такие, традиционно у нас начали проходить эти встречи, уже не знаю, какая там, пятая, либо шестая, по разным книгам. Как оказалось, по миру души у нас еще не было, хотя это такая наиболее любимая моя книга из моих книг. И конечно же, особенно вот это вот, именно третье. До этого было два издания, она была поменьше. А вот уже начиная с этого третьего издания, тут многие моменты, много новых тем появилось, и особенно там, и о смысле жизни, и о том, что измениться дважды. То есть достаточно так выросла эта книга на третьем этапе своего переиздания, чуть ли не в два раза, по-моему. И вот, даже, не знаю, заметили вы или нет, этот журнал Psychology, достаточно немаленьким таким своим тиражом, в 350 тысяч, и достаточно такой читаемый журнал, именно Psychology, который с французскими корнями, они как раз в последнем номере, в январском номере, дали рекомендацию, ну, там у них рекомендуют они к чтению разные книги, в том числе «Мир души», они дали среди тех книг, которые они рекомендуют. Тоже было достаточно так приятно. Мы, так как периодически кто-то из моих знакомых, я сам в том числе, берем эту журнал, когда заметили, в общем-то было достаточно приятно. И хорошо там написали о книге. Вот, поэтому и в то же время и тираж, вот этот очередной, подошел практически к концу. Перед Новым годом заказали новый. Много впечатлений, связанных с нею, много здесь тем, которые помогали некому такому душевному становлению, тем более, когда с какими-то сложностями и трудностями в жизни приходилось сталкиваться, эмоциональными, там, духовными, в немалой степени, как раз-таки основная ее часть – изначально она писалась примерно порядка 10 примерно лет назад, даже нет, наверное, меньше, может быть, 7, так, время быстро летит. И какие-то темы непосредственно для меня были лично очень интересны, какие-то темы рождались из тех вопросов, которые задавали люди. И тем более, что тот же самый первая глава «Скука, страх, отчаяние, брезгливость». Эти вот, я, наверное, даже не буду. Ну ладно, оставьте еще. Не то, чтобы мне приходилось скучать, но все-таки это не моя тема. Страх тоже как бы, но, хотя, может, уже и не забыл. Отчаяние, брезгливость.
Но, наверное, одна из таких наиболее на одном на определенном этапе темы, если вы читали, есть такая тема зависть. И какие-то нюансы, какие-то вещи, какие-то письма в интернете, по интернету, то есть какие-то материалы писал, какие-то что-то другое. И вот этот материал, он в какой-то степени, я постарался сделать из него такую хорошую, прочную ступень для того, чтобы подняться выше. И в поиске смысла, последняя тема в этой книге, наверное, она появилась в контексте того, что и для самого меня сформулировалось многое в жизни на том этапе, когда было это написано несколько лет назад. Но и в то же время наблюдал из общения с людьми, из электронных писем приходящих, что очень высокий процент людей и молодежи, и взрослых, тех, которые не понимают смысла жизни. То есть, когда у них все течет, движется спокойно и нормально, ну, спокойно и нормально — это как? Это там учеба нормально, там высшее образование, там среднее образование, высшее образование, все так движется. Потом, человек становится семейным, либо не становится какое-то еще время. Потом все-таки, обзаведясь семьей, появляются дети. И вот некий такой постоянный какой-то смысл: учеба, работа, дети. И... Но обычно, когда о смысле жизни задумываются больше, или более ярко, более живо, более выражено, так. В какой момент, как вы скажете? Обычно, когда все идет, не по заданному нами сценарию. То есть вроде бы сценарий такой, нормально, а потом хоп, вдруг серьезный надлом, начинается обрушение того, что ты строил, это начинает рушиться, кто-то начинает хвататься за вредные привычки, кто-то за сигареты, кто-то за спиртное, кто-то за непонятных друзей, кто за что. То есть, и когда уже человек чувствует, серьезные происходят разрушение, то он еще больше начинает. Конечно, в какой-то степени порой это включается какая-то крайность, та или иная, в том числе в религиозных вопросах, порой бывает резкий поворот и излишняя религиозность. Такое бывает тоже, к сожалению. Но в то же время, когда этот материал писался, для меня было больше интереса, то есть если вот то, о чем мы сейчас сказали, это касается людей среднего возраста, то, что меня больше интересовало, в том числе и в контексте моих детей, думая, как вот это вот формулировать все уже с раннего детства, это именно то, что человек с детства и родители молодые уже с детства своим детям формулируют, что же, в чем же, на что опираться в этой жизни, из чего черпать вдохновение, как буквально на днях общался с одной женщиной, около часа я ее слушал, она говорила о проблемных этапах жизни, ей нужно было так серьезно выговориться, на каких-то сложных этапах она не могла удержать слез, все нормально, но по сути дела, проходя через такое количество сложностей, через которые прошла она, и смерть близких, и по старости, и по не то чтобы несчастному случаю, а по дикости других людей, из-за дикости. То есть сложности с мужем, на каком-то этапе его пьянство, на каком-то этапе его гулянки направо-налево, на каком-то этапе уже серьезная там любовница на несколько лет, в смысле более серьезно, но уже. То есть вот и в то же время дети, и в то же время сложные условия жизни. И вот сейчас уже за 40 в возрасте, находясь в этом возрасте, настолько уже всего накопилось. Именно, человек, когда все это
через все это проходил. Он так, чтобы перемалывать все это, перерабатывать, превращать трудности жизненные в некий тренажер для того, чтобы становиться сильнее, становиться более волевым, уметь излучать надежду и уверенность, вот этого не получилось. А получилось в итоге человек, который очень сильно избит жизнью. То есть, когда общаешься с человеком, получается, что у него душа, интеллект, впечатление, она терпит. Ну, как обычно это, ради детей. Женщина обычно более выносливая. Муж уже бросил какое-то количество назад, несколько лет назад пить, не курит. Вроде уже таких плохих компаниях не водится. Любовница его сама оставила. То есть вроде как повернулся уже лицом к семье, уже достаточно в таком возрасте, 50 лет, да? И вот, но, общаясь с женой, получается так, что терпение и возможность вообще выжить, да, то, что на каком-то этапе она говорит, я просто все режущие предметы просто убрала, чтобы они были недоступны. Для того, чтобы помогающие ей выжить во всех ситуациях, это были дети. И вот опять же она говорит, что вот дети ради детей, чтобы у них было что-то стартовое, чтобы они могли двигаться. Но что я ей сказал? Я говорю, знаете, получилось так, к сожалению, что ваши проблемы, а проблемы у всех бывают, просто они на разных этапах, в разных ситуациях, в разных формах, то есть, ну, они в той или иной, в тех или иных пропорциях, от многого это зависит, это у всех бывает. Но вся проблема в вашем случае в том, что вы, эти проблемы вас просто довели, они вас измучили, и вы не стали сильнее, проходя через них. Вот в этом проблема. Хотя, по сути, вы должны были превратить в некий тренажер, и вы могли бы выйти, ну, победителем, причем в вашем возрасте сейчас вы были бы просто очень сильны. Очень, то есть и так тоже, как бы, конечно, хорошо выглядит, все, не по годам, достаточно хорошо. Все, то есть хорошо говорит, все, то есть так, все, в общем, нормально, но в душе вот это вот, душа просто избитая, такие серьезные ссадины, переломы, разрушения. Душа очень серьезная. Я говорю, вот именно точно такая же у вас была бы и сильная, волевая душа. Тем более в разговоре человек говорит, я уж не знаю, сколько мне хватит для моих детей. Я говорю, да вам всего 40 с небольшим. Вам еще, ой-ой, сколько жить? Еще огромное количество будет и здоровья, и счастья, и великолепия, и всего. И в том-то и дело, что даже являясь родителями, даже являясь в возрасте 50-60 лет, очень часто люди ради чего-то терпят, но не могут понять, что в этой жизни можно жить счастливо. В этой жизни есть проблемы, но они, их основное призвание – приумножать наше счастье. И если вы, ну, в общем-то, наверняка вы, если уж здесь оказались, то ума.ру посещаете, и вот там сейчас у нас одно из последних, что мы вывесили, я когда, сейчас готовя книгу «Женщина и ислам», просматривая, в том числе старые вопросы, на которые мы не успели ответить, но которые по этой тематике, один вопрос пришел, мы его вывесили на сайте, дать возможность ответить. Называли мы его...